Привет, дорогие друзья! На улице просто невыносимая адская жара, и в связи с этим мне наконец-то удалось посетить наш Минский аквапарк. Честно говоря, признаться, я первый раз подобное заведение посещаю, но в целом мне понравилось. Так что всем приятного просмотра, смотрим ролик! Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Женек, и сегодня мы будем покорять Минский аквапарк, который находится на Лебяжьем. Видите, речушка тут такая. Ну что, вперед в путь, на баррикады, как говорится. Уже встретимся внутри, позырим, что там. Во, мужики, какая-то зашли в такую клетку, типа переодеваться можно. Люто здесь. Вешалочки всякие, закрылись мы. Ну прикольно тут, павильончик такой. И после раздевалки душевых мы оказались в самом сердце аквапарка. И перед моим взором предстали высокие гигантские ступеньки и огромные пластиковые трубы, переплетенные между собой. На входе нам раздали вот такие вот браслеты. Это своего рода чип, чтобы отслеживать, сколько времени вы провели в аквапарке. Ну и с помощью этого браслета вы можете открыть свой шкафчик с вещами. Этот браслет, естественно, не боится воды, так что можете смело развлекаться, купаться, нырять и кувыркаться. И вдруг мы заметили маленькую светящуюся кабинку. Мы сначала подумали, что это какие-то целебные лазеры, либо целебный ультрафиолет. Однако все оказалось намного проще. А что это такое? А, сушилка? А, ё-моё! Я просто сушилка. Когда если домой пойдем туда. Короче, порожняк. Это может быть какой-то получается. Да, и для этих. Наполняется магией вкуса. Ладно, пошли. И мы начали подъем на свою первую горку под названием Крыло. Перед каждой горкой стоит свой инструктор, и он вам расскажет тактику, как правильно спускаться. К сожалению, с камерами можно было кататься лишь на двух горках в связи с техникой безопасности, поэтому другие горки на видео не попали. И тогда мы нашли тоже очень интересное место – темный туннель с разноцветными фонтанчиками.
Все, друзья, зашибись, покорили. К сожалению, только на двух горках можно снимать видео, ну, с камерой летать, потому что там и детей снимали жилеты спасательные, вот эти наплечники спасательные, удобные цепочки снимали, часы, ну, всякую жбонь, короче. И, к сожалению, вот на двух горках удалось заснять, ну, в принципе, неплохо. И улица еще закрыта. Да, и улица закрыта, открытый аквапарк, открытая часть его. Она закрытая. Ну, там открыли, там что-то бассейнчик, вот так вот. Не, в целом прикольно, стоит вот в белорусских рублях 230 тысяч 3 часа. Сами переводите на свои валюты. 3 часа я скажу, во, нормально. То есть по разные горки по несколько раз вы проедете. Ну, народу как бы мало. Да, и еще совет, если вы идете вдвоем, и на горках, где можно вдвоем, лучше ехать вдвоем. Потому что больше масса и скорость больше. А одному едешь, во-первых, как-то скучно. Ну, и скорость вообще слабенькая, фиговая. Лучше вдвоем. Как-то оно задористый, да? А, так прикольно. Есть бар. Как он? Водный бар этот. Как он называется? Ну, аквабар. Ну, аквабар, или как правильно, не знаю. Ну, тоже интересно. Такие штучки. Поплавать можно, там полежать, лежаки вот эти раскладушки. Ну там платные зоны типа есть еще. Потом платишь бабки в аквариум, ноги спускаешь, там рыбки твои, блин, эти такие катюхи жрут с ног и так далее. Ну еще сауны, бани там есть. Ну, сауны, бани, спа, спа территория. За отдельную типа. Да, да, да. Это все за отдельную плату. Чисто. 3 часа, ребята, вам с головой. Вам с головой. Вон это кишка вот эта толстая там вот. Это офигенно. Вон, кстати, чуваки там едут. Прикольно. Подниматься только. Тут немножко, да, вот 3 часа, кажется, ну, физическую работу ты ж никакой не выполняешь. Не гребешь там, не бежишь, а встаешь. Вот именно подниматься, вот, ты считай, такой 6 этажей или 5 получается. Кстати, с матрасом. Весело, весело.